друзья. Походу, с кампанией за Москву и Вторую мировую войну не получилось, да. Вот. Но на станции зато я подобрал нового пассажира этого видео. Всем здравствуйте. На видео. Саша, что у тебя, блядь, за гвоздь перевернутый, блядь? Ну, нормальный гвоздь. Поэтому мы компания. Попробуем классическую компанию. Изи, конечно, бля, тут не выиграешь, блядь. Hello there. Сейчас будет великолепный ролик. Или не будет. Well, here you are, on вот ролик. Threshold of greatness. У меня пока ничего. Понятно. Кипаем ролик. О, гвоздик вижу. Гвоздик вижу. Все, погнала, бля, стратежка. Сейчас в бараках юнитов будем фармить. Фармить, блядь, спамить. Учиться, блядь, РЖДшников фармить ты будешь там. РЖДшников, да. Ну смотри, у нас есть Балтимор. В Балтиморе есть Meat Packing Plant. Давай, блядь, мясную хуйню покупай, блядь. Купили. Теперь она наша. Плантация, блядь. Нормально. Так, тут еще также есть бейкери. Похуй, берем. За 300 тысяч. Тебе не жалко денег, да? У нас вообще есть такие деньги? Нет, у нас всего 48 тысяч осталось. Ну и все, сидим, блядь, пердим. Да, но наша, вообще-то наша главная задача в этой игре это посылать именно поезда. Так что мы берем... Да пошел этот поезд! Ну я послал. Молодец. Стал послать, посылаем, блядь. Базар-вокзал, так как говорится, блядь. Да, вообще нам нужно выяснить, что можем из Балтимора и куда там, что можем туда посылать. Поезда. Смотри, тут могут быть пассажиры, почта, молочко можем по твое посылать грудное. Люмбер... Вагон ресторан, нахуй, пускай, блядь, и все, похуй. Я не вижу вагона ресторана. Грейн — это вроде бы какая-то трава должна быть, еды. Это зерно, блядь, спасибо, Грейн. Не за что. Пишешь. Ут, блядь, нету, заеби, зато мясная ферма у нас есть. Да. Которая нам денег... Ты можешь переименовать Балтимор, я смотрю. Да, могу. Смысла давай, этого не переименовай. Переименовай, переименовай. Нет, не буду. Энрейплей давай быстро. Да-да. Так. Давай-давай. Ближайшие города — это Релей и Эликотс Милс. Вот там какая-то вот какая-то ошибочка вышла, но похуй. Так. Проблема, что в Релее, в принципе, такая мясная фабрика есть. То бишь, ну, мясо возить в обмен на мясо — идея плохая. А вот Эликотс... будешь возить, а вот Эликотс Плейс, он... Tools and Die Factory. Да-да. Чё там, смерть, блядь. Железо и сталь. Пассажиры почта. Пассажиры почта. Короче... Но у нас всего денег-то нихуя не осталось уже, блядь. Да, мы еще в минус ушли на 2000. На ну, потому что игра-то идет. Может, кстати, скоро на паузу поставим, потому что мы деньги, да, тратим, получается. Но пока мы ничего не возим. Делай, блядь, они. Ну смотри, мы можем сюда просто возить пассажиров, получается, и почту. Что мы можем сюда давай, возить? Давай, давай. Здесь также... Вот. У тебя еще железка, блядь, не доделана туда. Пассажиры, почта. О, локс и в люмбер. Дерево. У тебя ламберы есть, блядь? Ну вроде как я штыкал. Ламбер вроде бы да у нас есть здесь, да. Можем отсюда ламбер возить. Короче, нам тогда в релей выгоднее будет, получается. Ну что, давай. Строим нашу железочку первую. Главное, чтобы цены не были охуенные, потому что денег у нас немного. 8к я там смотрю, блядь. Так. Видишь, как мы можем интересно изворот... Да-да, пусть челы, блядь, смотрят на воду, блядь. Согласен, да, с тобой. Так, это нам обойдется. Ну, кстати, это нихуя обойдется. Там 2000, 9, 8, 13, 8, 9. И не хватит нихуя, блин. Не, вот так будет дешевле. Хотя, ну да, это сомнительно. Да не-не-не. А ну-ка. Отсосал. Понятно, блядь, сколько. Купили нахуй, блядь. Купили хуйню и бесполезно, сука. Давай по новой, блядь, начнем здесь. Блядь. Ну, конечно, ебало. Ой, чего? Ну вон рисейнг, нажми, что там говорится. Well, you can try it again. Play to save. Давай сюда.
Сейчас новый ролик, который не будет работать, я так понимаю, да? Да, да, охуенный ролик, блядь, такой, блядь, как будто бы новый русский. Да, ролик. О, тут еще и рандом, да? Теперь мы нью-йоркцы. Да. Нихуя нам повезло с тобой, Коля. Ебать, верь, хуерь, блядь. Пассажиры, почта, Лумбер. Тут еще меньше, чем либо. А верфь, ну покупать 300 тысяч, что ли? Не-не, Саша, это, блядь, тебе 261, это во-первых. А во-вторых, надо сначала, блядь, тут что-нибудь повозить. А, так тут... В Албанию повезли. На паузу. В Албанию, да. В Албании у нас сразу есть и станция, так понимаю, тут походу есть. Тут нам просто нужно поезд организовать. Организовывай, заебал. Господь всемилостивый. Так, это не поезд. Это трактор, блин. Так, какой поезд у нас будет? Охуительный, блядь. Это просто вот это вот, как это называется, забыл. Я вижу Пруссиан, мне он больше всех нравится. Понятно. Пруссиан 4.2.0. 1837 производства года. Ну, самый новенький, блядь. Ну, так-то да. Ну, заебал. Пурчайс. Так, из Нью-Йорка в Олбани. Так, что мы будем из Нью-Йорка возить? Давай, наверное, пассажиров побольше. В Нью-Йорке много пассажиров. Пассажиров, почту, нахуй, и гудзу. И гудзу. Гадзу будем много вывозить, гадзы? Не как знаю, ты считаешь, блядь. Не знаешь? Ну, две хватит, ебать, две цепляй. Так, тогда еще... Не, пассажир... А, все, это конечно, больше не можем. Так, а из Олбани что можем возить? Люмбер, кстати, можем возить. Вот Люмбер везет. Гудзу мы и так будем возить в Олбани, получается. Гудзу, почту. Все. Бля, нихуя себе ты туда, блядь, оттуда, блядь. Туда три челика, блядь, ты их отправил-то, его вагон оттуда. Ебать понаехала, я хуею, блядь. Ёбаный вагон-ресторан, блядь, нужен, пиздец, блядь. Ну, увы, нету, так. Увы, блядь, денег нету, блядь. Мы банкроты, блядь. Каких нихуя себе, у нас 224 тысячи. А было 261. Ну, вот видишь. Видишь, нихуёво в минус. Ну, зато, если поезд... А поезд отправляется, наконец-то работает, друзья. А, он же только поехал. Ну, вот, видишь, мы можем с тобой созерцать этот великолепный процесс. Давай, блядь, просто, блядь, ебать, просто из ниоткуда появляются вагоны, блядь, вы посмотрите, блядь. Скорость 5, между прочим, Коля, ускорение просто охуеть, видишь, новости выходят. Postage stamp increases, popularity of mail. Mail, короче, popularity становится. Почтой будем возить, значит, все. Сейчас, кстати, вот следи за ресурсами, сколько нам бабла придет за этот. Видишь, кстати, каково сосать, Коля? Ну не будет бабла, будет пососать, блядь. Да не, да будет, хули, мы с тобой... Давай так, если мы обогащаемся, блядь, мы один фургон, блядь, с почты отправили. Вот если бы два, блядь, зацепили. Можешь что-то там напасть, ебать, я хуй, какой-то кризис, блядь, случится. Тут все что угодно может, обвалы, бандиты могут напасть. Ну, реально, да? Да. Ну как бы нам просто сообщат, что нас ограбили, все. Пиздец, я хуею. Поезд как бы остановится, у него появится дым и... Я вижу, блядь, что счетчик, блядь, с деньгами на нуле остановится скоро. Ёб твою мать, 181 тысяча. Да-да, и оно уходит. Нихуя там деньги, конечно, да, испаряются. Ну все, ща приходит и... Кульминация... Можем информацию. Ну, профит пишут 22 тысячи у нас. Наша компания 80. Стоит 80 тысяч. Игрок. Это мы, походу. Так. 164. Прибыл. О, бля. Видал. Не 22. 261 была на старте. Видишь? На пизде. Профитнулись, получается. А, это другой поехал в обратку, не? Не, это он же поехал. Мы же, по сути, его же снарядили. Типа, туда он везет одно, а из Олбани другое будет нам везти. Видишь? Какая красотулька. Можно, кстати, изменить, чтобы смотреть за поездом. Это ж красивый. Мы же ради красоты очень в этой игре нет. Сидим. Деревья вон зелененькие. Новый поезд, кстати, доступен. American C 440. Ну, надо покупать ее, по-моему. Нахрена? Потому что эта хуйня не едет. Продавай его, заебал. Он даже, блядь, еще не доехал, денег там не принес. Похуй, на полпути пусть пиздят, блядь.
Сейчас он доедет, деньги принесет, может быть, на паузу поставить. Через 100 найдут, блядь, будет как ценность дороже стоить. Давай скорость десяточку сделаем. Он быстрее, да. Не надо так делать, пожалуйста, блядь. О, 500к, Саша. Так, Нью-Йорк Централ Стокс. Хасплит 2 for 1. Видал? Больше страниц нету. Да дайте мне Саша, скорость. Я уже вижу, 500к заработали. Сука, хуёво. Блядь, не успел, блядь. Не успел, блядь, поезд уже обратно. Экономи форкаст, гровинг, просерите. Кажется, что-то плохое. Дайте мне скорость уменьшить, слишком пиздец. Все, на пятую возвращаемся. На пяточку возвращаемся. Так, а можно как-то редактировать поезд, пока он еще катается? Можно добавить, мне кажется, видишь, сколько линий, блядь. Стоп. Я его остановил. Саша. Boom times ahead. Короче, если вам в ahead бьют, то это будет бум. Пусть едет, блядь. Нельзя тормозить, Саша. Ну, то просто... Не, ну, по идее, как-то заменить можно, но можем и новый, конечно, купить. Ну, вон он, нижний, блядь. Но это новый мы купим. Зачем нам новый на том же маршруте еще один такой же? Так он охуенный, блядь. Ну, так а что мы с этим будем делать? На каждом, блядь, маршруте должен быть новый поезд, блядь. Вот поэтому я говорю, что нам нужно как-то сделать что-то с этим. GameSpeed 7. Блядь, я хотел меньше сделать, а не больше. Всё, GameSpeed 0. Денег принес? Денег он вроде принес. А может как-то ну, на так. Сам поезд нажать? Я просто уже... О! Пожалуйста. Единственное, что, конечно, как сам поезд опять же заменить. Да он внизу там было. Где? Где-то ты до этого смотрел, там был поезд. Next Station, Albany. Так, ну это не поезда. Outstation. Так. Так, давай выйдем. Его, блядь. А, вот это поезд, да? Ты это умел, да. Это окно. Ну тут, по сути, нам просто информацию с корением показывают. А что значит retire? Replace — это переместить. Retire. А, ретайр — это, скорее всего, я так понимаю, удалить его. Можно просто и новый купить. Да, да, давай. Да, так и есть. Маршрута нахуй пропал, блядь, не доехал, блин. Ну давай американца купим. Давай, 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 поехали. Так. Колу надо возить, коалу. Почту челиков 2 и это... А, там уже нельзя. Ну, больше почты. Так. Гагуцы нахуй не нужны. Здесь люмбер везем. И чела. И чела, да? Два чела. Два чела. Да. Челы больше денег приносят. Ты уверен? Да, да, они челы, блядь. У тебя в прошлый раз на обратном пути, блядь, больше денег дали, блядь. Ага. Чикаго офер 2 миллиона долларов, то Нью-Йорк Централ. Да, да, блядь. Расскажут, да? Где вот эти 2 миллиона, блядь? Как было? Ну уже давай соединяй, блядь, вон с той хуйней с верфью, блядь. Какой верфью? Ну вот, которая на воде стоит. Так это она и входит в Нью-Йорк вообще-то, если ты не да знал. Да не-не-не, она выходит. Входит. Видишь вот область покрытия? Не-не-не-не, это не. Все, что в область входит, не. Это как бы, ну, не, типа... Не-не-не. Ну он там таун, блядь, ебучку есть, да. Ебучку хочешь получить? Таун, таун слева, блядь. Аллентаун? Город да. Пришельцев? Да, да. Интересно, что они могут нам предложить? У них Ломбер... А, у них почта. Или Мил это... Не, это не Мэйл, а Мил. Что такое Мил? Лохсы у них. Они лохсы в Люмбере могут производить. Дерево, блядь, в этот. Бревна в этот производят. Блядь, обточенное дерево. Бревна в дерево, согласен с тобой, Коля. Также они пассажиров и почту хотят. Ну, пассажиров и почту. Больше у них ничего нет. Какой-то супер... Ну, блядь, больше микрогородок. Также недалеко у них шахта, которая железо производит. Все, заебись, железо надо. Так, хорошо, ложим пусть там поезд пока нам приносит всю хуйню, а мы, получается, отсюда в город чужих поедем. Ну да-да, с мостом вот так вот, да. Ну все правильно, он же, блядь, нижнюю железную будет захватывать хуйню. Вот, да, туда веди повыше. Блядь, ну ты до этого так охуенно сделал, блядь. Блин, как же дорого все это стоит, а я хуею.
Так, а почему? А, вот соединил. One of your trains has been a new speed records. А, наш поезд достиг новые рекорды 22 мили в час. Мы можем ему имя дать отдельно этому поезду теперь за такое достижение. Кожный патрон, назови его, блядь. Кого? Ой, бля. А по-русски здесь вот так вот пишется. Оху, похожие буквы хуярь. Кожаный, напиши и все. Где здесь К вообще? Нормально, все, пойдет вот так оставлять, блядь. Коа. А по-английски вот. Во. Кожаный. Патрон, блядь. Все, по заказам. По заказам Николаев. Так. Поехали. Железкой мы закончили, теперь мы должны построить станцию. Видишь, станция область, то бишь, она не будет захватывать вот эту вот хуйню. Оставь ее, блядь, через дорогу, блядь. Тогда она не будет захватывать дерево. Ну вторую туда ставь, заебал. Или вон там что, рядом, там, наверное, шире станция. Да, за 200к. О, ебать. За 200к, это почти все наши деньги. И ей даже а, нет, вот так вот. Нихуя, да у нее еще и железная дорога своя, блядь, была, спасибо, кэп, блядь. А, вот так можно поставить. Ну, кстати, мы так заденем все, кроме одного вот домика, будет меньше почты, хотя... Вот. Да, вот так, кстати, ну, все так, заденем. Хуя, все, заебись. Дорого пиздец, конечно, 200 тысяч. Окупаемся, братишка, потом окупимся, бля, я тебе говорю, один раз, блядь, сука, блядь, да. Сейчас нам главное, блядь, свозить что-нибудь, иначе, блядь, мы без денег. Так, нужно новый поезд покупать. Дешевый самый, блядь. А этот сколько вообще стоит, кстати говоря? 26 тысяч? 46 тысяч, у нас нет денег столько, блядь, вот предыдущий, блядь, тоже нет, ну. За 18? Да ладно, ж, бери нормальный, блядь, заебал. Ладно, давай пруссианский хотя бы. Так. Вот, из Аллентауна. Непонятно, куда он поедет, конечно, допустим. Почему-то уже все расставлено за него. Ну и охуенно, заебись, люди ж, дерево, блядь, железо, все, заебись, оставляем. Нет, железа нет, вообще-то надо... ламбер, вот железо. И ламбер надо. И ламбер, думаешь, надо. Ну, если людей убрать, то ламбер, да, добавить можно. Все, вот так, заебись. Три вагона. Самое теперь ламбер. Любопытное, появится ли он вообще и поедет ли он куда-нибудь. Да, скорее всего, не поедет никуда. Хотя он какая-то полоска заполняется. Может быть, оттуда едет, блядь? Не, ну это именно новый поезд должен быть. Вон, блядь. А, что точно. А, мы в минус, кстати, пошли. Да, видишь, ничего, пока... сейчас, блядь. Что-то я не понял, а почему они все едут в сторону Албании? Пиздец. Еще и мешаются теперь друг другу. 32 тысячи минус. Так. Ты же должен в Эллиантаун ездить. Почему ты ездишь? Тебе надо выбрать от Эллиантауна до Нью-Йорка, блядь. И от Нью-Йорка, да. Теперь два Эллиантауна. Да лет мне, бля. И поезд все это один и тот же, я так понимаю, да? А, вот, господи, вот как поезда менять. Это мы тому же поезду удали, просто блядь. Новый маршрут да, сделали. Да, удали его нахуй. Вот наш кожаный... А, вот, не, вот это кожаный... Кожаный, это кожаный... А вот, Train 2. Не то. Так, Аллентаун. Олбани, ты не едешь, ты будешь ездить в Нью-Йорк. Все, вот, Коля. Все идеально. Два этих, одну Мейлу, одну Ирон, одну... Ай, даже можно больше. Туда еще пассажиров пускай.
А из Нью-Йорка будете возить нам вот эту гудсы, мейлы, получается. Даже народ лучше людей больше. Больше людей пускай путешествуют. Ну шо? Ну хз. Ничего не поменялось. Походу он сперва должен будет все равно в Албанию съездить. У нас минус 40 тысяч. Он поехал обратно. А, ну возможно, кстати. Переобулся, блин, в полете. Да, забавно, они, конечно, друг другу мешают, типа прозрачными становятся. Ну да, походу. Что, должна быть железка, наверное, в два ряда, блядь. Ну, по сути, да, да. Но это дорого, опять же, для нас. Мы и так в минус 70 тысяч. Ничего, сейчас все, блядь, приедет, нахуй, будет 500. Ну смотри, Коля, если нет, то как бы потом мне на карточку переведешь остаток. 15 тысяч, ебать. Че 15 тысяч-то? Баксов, блядь. Баксов, давай. Так, прибывает Валентаун, смотрим на денежку. Опа! Да, что-то охуенно прям пришло, я так смотрю. Так, подожди, ему надо полный круг сделать. По-моему, Alien Town как-то не очень хорошо нам денег приносит. Ну да, может быть, железо он привезет и будет что-то хорошее. Хоть скорость на шестерочку. Я ж до этого дохуя денег дали, когда у тебя круг он сделал оттуда да, и обратно, ебать. Ну окей, окей. Ну тут, по сути, да быстрее он будет приезжать намного, чем в Албанию. Быстрее, но не факт, что много получит, блин. Ну, вот, смотрим, следим. Милуоки, Хаса, Феррис... Короче, Милуоки бонус даст тому, кто типа до нее достроится, так, на 300 тысяч. Ну, о! Не сказать, чтоб много, все-таки Олбани куда вот покруче. Вот сейчас этот приедет, тысяч, да, наверное, 100 да, закинет, может. Да, сейчас только этот уедет, даст ему, как бы, приехать. Ну да, Албания приносит вот намного больше. Ну, потому что там маршрут. Ну, город больше, да, логично все. Потому что все вот эти вот пассажиры, скорее всего, тут на самом деле полупустое все ездит, скорее всего. Тебе, скорее всего, выгоднее таскать железо, блядь, там почту. Ну да, и один, наверное, вообще пассажирский какой-нибудь. Так, давай Alien из Alien Town мы, наверное, вообще уберем. Один оставь пассажиров. Да, и все. Да и из Нью-Йорка, не, наверное, ну... тоже меньше. Тут смысла я не вижу возить много пассажиров. Ну. Навряд ли много людей хочет ездить в город с чужими. Потом из яйца какая-то залупа, блядь, вылазила, потом тебе как бы в рот давала. А ну, чё ты не ну, железо больше бы сделал, чтобы загружалось? Железо? Блин. Железо и дерево, чтобы больше возил в Нью-Йорк. У тебя же типа Нью-Йорк, слушай, портовый город. Ну и дерево туда пускай, согласен с тобой. Полностью. А красиво. Туда пусть науцы возят, я хуй знает, это что там, гуманитарка, блядь. Навряд ли. Чтобы работяги, блядь, там жили, блядь, нормально, не тужили. Так, ну сейчас он со старым вагоном прибывает, и мало. И мало он нам добудет. Уствиль тоже хочет, чтобы к нему построились. Да, только сначала, блядь, вторую, блядь, дорогу проложить, блядь. Да, они друг другу, да, они не сильно мешают. Эти как раз не сильно друг другу мешают. Видишь, там из Албании даже не едет обратно. Он все едет, но именно эти друг другу не сильно мешают двое. Так. Сейчас он, кстати, с новыми вагонами приезжает. Сколько денег будет? Ну, слушай, по-моему, не хуево. Нормально пришло в целом. Ты мог бы и побольше возить туда, бля, грюгутцев, хуютцев. Бурлингтон. Блин, короче, все хотят, чтобы к ним дорогу проложили. Ну, прокладывай дальше, вот вверх туда, что идет, выше Алентауна. Ну, подожди, подожди, я хочу посмотреть вот наш новый вариант. Насколько больше он бабла нам принесет. А также 1070, блин, мне кажется, от расстояния зависит. Ну, возможно, и такое. Не, ну, в любом случае, зависит это и от большинства, ну, город, насколько большой. Блядь! Приехали, нахуй, ёбан. Да, поезд упал, нахуй. Да не упал он. Загорелся. Туши, блядь. А не, он автоматом сам чинился. Скорее всего, мы просто оплатили ремонт. Да. Так, 360-50 тысяч. Да ёб вашу... Экономика кулинг. Ну, это заебись, конечно. Я люблю, когда кулинг экономика.
Да, сотку принесло. Где-то сотку, короче, принесло, да? Чё, круто. Филадельфия рядом. Хуя себе. Ну вот, всё, давай за роллами Филадельфия. А, кстати, мы еще можем покупать на станциях кое-что. Можем разные здания покупать. Можем маленький ресторан приобрести. Средний салон можем приобрести, чтобы там харкались и рожи друг другу били ковбои. Пост-офис можем какой-то приобрести. Просто кастомный дом какой-то. Маленький отель или вархаус. Да все, купи, заебал. Пока деньги есть. Все, да, вообще. Нью-Йорк, блядь, процветает. Галочки ставь везде, заебал. И покупай. Может, чисто галочки, да? Там уже показывает, сколько фул будет стоить. Салон стоит 16 тысяч, 35 тысяч стоит пост-офис. Зачем тебе маленький ресторан? Сразу нормальный ставь. Где? Там есть small. Ладно. Small hotel. А хотель мы большой уже построили, так что нам не нужен маленький. Ну все, на все. Во! Просто, блядь, город. Нью-Йорк, пролля Нью-Йорк еще, блядь. Видишь, выгоднее чела вози, там показывает. Нажми на станцию, блядь. Так, где видишь, где? Больше вагончиков. А, по Санже. Ну так мы их и возим больше всего здесь. Вот. По сути, мы и так это и делали тоже. У нас Мейл одна, в основном люди, и один Люмбер. Точнее. Или отсюда Люмбер нужно возить, а не Гудса. Получается. Люмберы, наверное, да. Походу, Люмберы, да. Ну вот, теперь получается, Нью-Йорк должен нам приносить просто баснословные деньги. Сейчас посмотрим. Сейчас, кстати, приедет из Албании. Сколько бабла? Ёбаный рот! Не зря купили, блин. Нихуя себе, там просто нахуй дебош какой-то устроили жители, которые приехали. Ну, в ресторане, блядь, там, блядь, вагон-ресторан, все дела. Только это, сделай так, чтобы челов больше ездило, блядь. Нью-Йорк все-таки, блядь. Москва, так сказать, точнее. Переименуй, блядь, Москва, блядь. Не надо вот эти все названия, блядь. Пиндовские, да? Да. Recession ahead. Бумперс группа. Москиты. Москиты что-то скоро появятся. Да. Ну вообще на этом, я думаю, можно и закончить знакомство с игрой. Видите, вот Коля тоже познакомился первый раз. Да. Первый глаз. Не научился Сашу играть, блядь. Заткнись. Блять. Да что ж с этим. А ну правильно, более дешевый купили, и вот он ебашится постоянно. Сэкономил, блядь, а даже, блядь, вышла газета, блядь, сэкономил на охлаждении, блядь. Что ж, друзья, что я хочу сказать по поводу этой игры. Мой личный рейтинг, я обычно ставлю рейтинг интереса. Ну, типа, это не оценка, а вот именно вот как бы мне хотелось в нее сыграть. Лично этой игре я бы поставил рейтинг интереса, наверное, 9 баллов, потому что я, на самом деле, эту игру играл на PS1. В детстве. 9, та штука. Кстати, что тут? Она в тайп. А, новый тип зданий, который... Пуал плюс Ирон равно сталь. А, короче, сталь. Новый завод построили. Steel Mill. Да, это вот. В Варентауне, блядь. Нихуя себе, блядь. Развился. Нихуя себе, реально. Ёб твою мать. А мы его задеваем. А, кстати, задеваем. И ну, то еле-еле. Поехали. Да. Да. А вот Коля, ты бы какой рейтинг интереса этой игре поставил? Семерочку. Серьезно, тебе эта игра чем-то все-таки приглянулась каким-то образом, да? Ну да, сидишь чисто, блядь, отправляешь поезда, заебись, да, логистика, ебать, все дела. Такая человая, да, в основном. Такая, блядь. Вот такая вот игра, друзья. Так что если вам подобные игры как-то привлекают, и вы вдруг не играли что-то такое старенькое, то вполне можете попробовать. Это GOG-версия, так что можно, так сказать, купи, скачаю. Короче, найдете, где приобрести, это сказать, эту игру, получить, скажем так, найти все дела. А я желаю вам всем счастья, здоровья, друзья, любви вам, процветания, обнимания с обезьянами и не только. С животными, с другими хорошими.